Короче, я по-настоящему ощутил тревогу, тревожность, руки дрожат. Я, кстати, не курил уже 3 дня, а здесь сигареты нигде нету, в Шереметьево. Вот не повезло. Короче, я даже думаю, сейчас подумал так, столько людей, мне бы хотелось ощутить снова это ощущение спокойствия, гармонии в душе, когда я принимал рецептурные транки. Такое облегчение прям. Потому что, например, мой отец, когда я ему давал там, типа, проверить, может, у него рука не будет, ну, перестанет дрожать. Один раз ему дал там одну таблетку. Он говорит, ничего не почувствовал, просто уснул. А это все потому, что у того, у кого нет тревожности, на того и не действует. Он просто ничего не почувствует. А вот на меня как раз не на самое большое действие оказывает именно вот рецептурный транк. Я прям чувствую себя другим человеком совершенно. Но я уже не принимал их там где-то больше месяца или 2 месяца где-то примерно. Может, у вас какой-нибудь знакомый есть сигареты, я куплю. Просто здесь я могу, да хоть сколько, я за 100 рублей могу, у меня наличка есть.